Кавказе. Но вы защищаете Азербайджан. 30 человек, всего-навсего, 30-35 закрыли Лачинский коридор, и российский миротворческий контингент не в силе его открывать. Вот так говорится. Нет. Россия вместе с карабахским кланом и Азербайджаном готовит заговор против суверенитета Армении. Переворот! Как минимум. А потом потери Нагорного Карабаха, включая его в состав Азербайджанской республики. Я требую от населения Армении закрыть функциональную деятельность, заблокировать посольство России в Республике Армении. Входы-выходы. 9 числа 10.00. Призываю. И никакая российская пропаганда, российское правительство не имеет права обижаться. Абсолютно не имеет права.